Штурмовик Юсупа Акаева найден и поднят со дна Керченского пролива. Полпред в Севастополе Мурат Салихов посетил авиационно-технический склад Черноморского флота. Именно здесь хранятся фрагменты штурмовика Ил-2, на котором воевал герой Советского Союза Юсуп Акаев. На борту был молодой выпускник военно-морского авиационного училища Юсуп Акаев и сержант Сергей Слепков. Подбитый вражеской зениткой, 8 ноября 43-го самолет с бортовым номером 4057 пролежал на дне 73 года. Экипажу подбитого самолета тогда удалось спастись, а свою главную награду, звезду Героя Советского Союза, Юсуп Акаев получил спустя год за сотню боевых вылетов и десятки уничтоженных немецких кораблей и танков. По инициативе главы Дагестана и главы Буйнакского района командование Черноморского флота рассматривает возможность передачи фрагментов самолета музею имени Героя Советского Союза Юсупа Акаева в городе Буйнакске.